либо тоже истинно парируем то, что памятник, очередной памятник нашей дружбы, армяно-российскому содружеству, должен быть именно здесь, на этой холме, рядом с улицей, которая названа в честь великого архитектора. Спасибо вам. Ну что, дорогие друзья, настал самый долгожданный момент торжественного открытия памятника выдающемуся мастеру. И сейчас под чарующие звуки танца с саблями Арама Хачатуряна мы откроем памятник великому мастеру Таро Алавяну. Thank you.